в церкви города Обнинска Калужской области нас с Таней благословили передавать приветствие там, где мы будем находиться. А эта песня еврейская. Это как продолжение вот того объявления, которое сделал брат Николай. И это молитва. Эта песня была положена на мелодию всем известной шуточной песни, где молодой человек просит, задает вопросы своей, ну, предполагаемой невесте, и она ему шуточно отвечает. А песня, которую я спою, это Виктор Клименко ее пел, это песня «Молитва». Слова простые, и они могут пригодиться нам, может быть, в эти времена, когда кто-то, может быть, проходит через какие-то долины, грустные, печальные дни. Это молитва о том, чтобы Бог дал силы проходить это. И долиной плача нас проведи ты, в пустыне дождь на нас свой пошли. Здесь и есть именно еврейские нотки. Твой рассеянный народ, да, собери, твой рассеянный народ. Но сейчас многие люди лишены своего дома, своей родины, и поэтому тоже в каком-то смысле являются рассеянным народом. Молитвы выслушай ты мой вздох, Царь, Спаситель, Друг и Бог, и дай мне силы вместе с тобою спешить к высотам твоей тропою. Тумбалала, тумбалалай, тумбалалайка, ты поиграй нам, поиграй, балалайка. Мир наш уныл, пошли нам ты радость, дай нам увидеть Иерусалим. Я верю, трубный зов доведет твой рассеянный народ. Долиною плача нас проведи, ты в пустыне дождь на нас твой пошли. Тумбала, 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 лайка, ты поиграй нам, поиграй, балалайка. Мир наш уныл, пошли нам ты радость, дай нам увидеть Иерусалим. И в землю благ с победой веди, мир твой дивный дай тогда. Радость и воды сплещутся вновь, там воспоем твою мы любовь. Тумбала, тумбала, тумбалалайка, ты поиграй нам, поиграй, балалайка. Мир наш уныл, пошли нам ты радость, дай нам увидеть Иерусалим. Спасибо, дорогие друзья.